Интересно. Да пошлите привет. Таня Леверовская, кафедра биогеографии. Я прежде всего хочу передать место поставленного Николая Сада. Я тоже. От нашей группы, от девочек наших, от Марины Чуханцевой, от Дома Чистяковой и от Наташи Лучиной. Меня просто буквально заставили. Вот предъявили, несмотря на все мои, да, несмотря на мои сложные всякие разные обстоятельства. Я думаю, Леверовская, она опять нет, для них кино. Да вот, потому что они не смогли. Но все, конечно, всех любят, все всех помнят, мы все встречаемся. И когда встречаешь кого-то в университете, то, ну, это просто самый родной человек. Конечно, хотелось бы окунуться сейчас у гидролога в какую-то атмосферу 40-летней давности, чтобы вот это вот дежавю все это со всеми этими последующими годами ушло. И мы, как тогда, мы же свободными, молодыми. У нас нет даже гитары, мы все время говорим о каких-то своих достижениях, о чем-то, Бог знает о чем, и даже бригадиры. Вот, и мы все надеялись на Любу. Ну, если бы я знала, что меня так выпихнут, можно сказать, обязательно. Я бы, может быть, принесла бы гитару, она у меня тут недалеко лежит, потому что я недалеко живу. Но вот не принесла. Ну, что я хочу вам сказать. Я не могу долго-долго говорить. Я, во-первых, всем, вот, значит, от девочек хочу передать привет. Из нашей группы тут еще Зина куда-то она. Вот. Вон она там снимает. И Коля Максаковский. И больше нет никого. Но надо сказать, что я совершенно убеждена, просто я знаю, что очень многие живы еще, и очень многие хотели бы здесь присутствовать. Просто они действительно не смогли. И из нашей группы, и из других групп. Вот поскольку я, как говорят, из себя из этого парня, я могу и о других сказать людях, которые тоже хотят. Не буду даже их перечислять, если хотите, просто чтобы было постоянно. Значит, кроме того, я просто хочу сразу, так сказать, отчитаться. Приглашаю всех в музей землетрясения, в котором я сейчас работаю уже достаточно давно, уже лет, наверное, 14. И который пытается сохранить какую-то географическую историю. Все вот, не могу сказать, что очень успешно. Потому что, как правильно вы говорили, с географией у нас нынче плохо. Нам вообще сказали, что география умерла. Вот тут недавно были события у нас. Вот. А теперь у нас вместо географии экология. Никто толком не знает, что это надо сказать. Провожать пойдешь? Да. Я слушаю. Нет, ну мы знаем, как биогеографы, мы понимаем, что такое экология. Но это какая-то другая. Я вас люблю, и поэтому 95 лет решил прийти. Значит, всех приглашаю, музей у нас прекрасный, там его очень трудно разрушить, потому что он сделан географами. И география там, ну, сложная.